Сегодня торги на московской бирже открылись небольшим снижением курса доллара и ростом курса евро. А российский рубль все же находится в слабой позиции из-за того, что ситуация на нефтяном рынке остается достаточно пессимистичной. Основная статистика будет завтра, отчет от Американского института нефти по запасам и аналогичный отчет от Минэнерго. Основными событиями на этой неделе станут очередное, последнее в этом году двухдневное заседание Федеральной резервной системы США, которая проходит 15-16 декабря, а также выступление президента Российской Федерации Владимира Путина, намеченное на 17 декабря, полдень. Рынок обычно достаточно остро реагирует на заявление президента, соответственно, будем внимательно следить за тем, что он скажет. Цели на сегодня по рублевым парам 69,8 против доллара, 76,6 против евро.